Всем привет, с вами Александр, это аниме «Возрождающий», третья серия, продолжаем смотреть. Внимание, материал для зрителей старше 18 лет. Тошно смотреть. Что ж, не ожидал, что мы встретимся. Как такое? Не понимаю! Этого не должно было случиться! Ненавижу девчонок, которые надеются сбежать, начав плакать. Слышь? Да ведь знаешь ту в военной форме? Драться будем или как? Решайся уже! Ну же! 3, 2... Подкрепление! Давай-ка. Еще один из какого-то мира пришел. Забавно! Вот гад! Вот так лица. С какого мира? Неужто она тоже? Алая Алистерия. Что? Алэ? Сота, назад! Вот и познакомились. Вообще-то я вас спас, народ. Ах ты, Селезия. Вставай. Слушай, стой. Пора бы нам валить. Ой, какая обжора. Прости, я не владею восстановительной магией. Тогда, может, в больницу? Все мы гораздо крепче вас. Все благодаря характеристикам. Спасибо, Метеора. Вкусно, черт возьми! С самого прибытия ничего не ел. Бабки в этом мире аналогичны нашим. Нужно было просто что-то купить. Однако никогда не знаешь, что может случиться. Расскажи, что тебе известно о текущей ситуации. Я много чего знаю. Оказывается, наши миры созданы другими людьми. Аж мурашки по коже. Если расскажу все, он точно разозлится. Вот же дерьмо. Все? Обратно свалил. Он мой кореш. Он главный персонаж особого подземелья. Недавно ты сказал ту в военной форме. Ты с ней встречался? Все знает. Как-то пофигу, не помню. С меня еда за информацию. Ответь на вопрос. Было дело. Я сюда недавно попал, она прибыла следом. На вид малявка, но языком мелет, будто круче тебя, чертова выскочка. Меня взбесил мужик, что был с ней, и мы подрались. Больше я ее не видел. Мужик? Это же... Спорю, она такая же. Вряд ли в этом мире кто-то парит в воздухе. Девка в военной форме сказала, что это мир богов. Мир, в котором боги могут создать все. А еще что, если найду своего создателя, то запросто изменю свой мир. И ты ей веришь? Заставить создателя изменить наш мир? Да, было бы неплохо сделать наш мир интереснее. Но теперь, когда мне известно, что нас просто держат в созданной кем-то клетке, какой смысл закреплять чужую клетку с насекомыми? К тому же, мне нравится в ней жить. У меня были друзья, партнеры и все. Были бы они здесь. Тебя не интересует твой создатель? Естественно, пару слов я скажу. Создатель сотворил наш испорченный мир, коснувшись лапами наших отношений. В общем, как-то так. Тем не менее, мне плевать на создателя. Автор или кто он там, такой же простой смертный, как и все. Вовсе не бог, как мы представляли. Конечно же, я хочу встретиться с ним и получить ответы на свои вопросы. Вы ведь тоже? Конечно.
Хотя я уже встретила его. Верно, господин создатель? Ну, да. Похоже, я ее автор. То есть создатель. О, создатель его творения в одном месте. Вы уже пробовали? Чего? Правки. Ты ведь можешь корректировать описание персонажа? Я пришла к такому же выводу. Стоит попробовать. Как так? Еще не пробовали? Какие же вы медленные. О чем ты? Закурить есть? Будь серьезнее. О, как вовремя. Спасибо. Мужика, который в своей истории главный злодей. Отлично. Это говно вкуснее какого-то Кента. Миракуджи, почему ты упомянул возможность внести правки? Раз создатель может изменить созданный мир, то может сделать это и со способностями персонажей. Это же очевидно. Ясно. Вы не думали об этом? О чем? Почему для истории выбрали нас? Думаю, причина нашего здесь пребывания в том, что мы весьма впечатлили многих людей. Можешь считать нас популярными или интересными. Выделившиеся таким образом люди получили билет, чтобы попасть в этот мир. Так я считаю. Интересно. О чем ты вообще? Ну что ж, вот так. Спасибо за еду. Я разобрался в некоторых вещах. Постой-ка, мы не закончили. Я делаю, что хочу. Такой уж мой персонаж. Согласно описанию. Устроишь драку? Попробуешь остановить? Только в ресторане. Ну что будет, делаю, что хочу. Я просто хочу повеселиться. Тем более здесь это ранен. Проблем не доставлю. Я из парней, которые не забывают чужой доброты. О. Пока. Не выделывайся, пожалуйста. Открыто. Что случилось, господин Мацубара? Так внезапно устраивать срочное собрание? Это иллюстратор Небесного Рыцаря, Марин. Приятно познакомиться. Более-менее поняла. Вру, ничего не понятно. Мне тоже. Но сегодня я лично видел бой. Должен признать, она точно необычный человек. Вообще-то я не разрешала грубить мне. Послушай, разве ты стала бы говорить так со своим родителем? Что? Родителям? Во-первых, я потрясена, узнав о том, что мой мир создала твоя фантазия. Родитель, говоришь? Я не просила тебя рождать меня. Эй, ты в порядке? Заткнись! Не трожь меня! Я с трудом выживаю благодаря тому, что ты сделал меня слабой! У самого полно проблем. Я не собираюсь делать тебя непобедимой только потому, что могу изменить твое описание. Отношения между создателем и его творением действительно как таковые между родителем и ребенком. Кто это здесь родитель и ребенок? Исходя из текущей ситуации, из-за столкновения миров все созданные улизнули. Как бы то ни было, есть вероятность того, что она созданный тобой персонаж. Не будем нервничать и предположим, что это правда. Тогда зачем ты позвала сюда меня? Проведем эксперимент. Хочу узнать, как сильно вы, создатели, можете влиять на свои творения. В зависимости от результата, возможно, мы сможем вернуться. Хочу попробовать. Этого будет достаточно? Заклинание, что ли? Сила пламени. Я решила добавить к описанию персонажа нечто понятное. Селезия. Аджара Камакуренку Райсу. Аджара Камакуренку Райсу! Курайсу, блин! Блин! Ничего не произошло. Наверное, ты ошибся. Может, дело в информации или условиях. В любом случае, мы что-то упустили. Марин, нарисуй эту сцену.
Если будет больше информации о сотворенном мире, он сможет материализоваться. Такова моя гипотеза. Но ведь нет контекста. А без него никак? С ним будет лучше. Без контекста не понять, что рисовать. Ладно, сейчас сделаю. Как бы что-то не так? Госпожа Силезия! Да? Можно рассмотреть тебя? Например, одежду. Ладно, прошу. Фрута! Вот какова настоящая! Красиво! О, даже здесь стёжки! Не ожидала! Странно говорить это, но ведь ты сама придумала дизайн. Естественно, рисую я представляю, как все будет выглядеть. Но когда увлекаюсь процессом, рука рисует сама по себе. Все идет на автомате. При объединении части информации происходит ускоренная цепная реакция. Это и есть воспоминание. Вычисление выполняется подсознательно. Удивительно. Никогда не испытывала подобное. Я всю жизнь сражалась. Прости. Но, думаю, постоянные сражения — его вина. Но история правда потрясающая. Я очень рада, что занималась ею. Вы с Хараном просто супер! Хараном? Интересно, где он сейчас? Тяжело быть преданным собственным другом. Никогда бы не подумала, что Хидуло связан с отрядом Авалон. Постой-ка! То, что ты сказала, правда? Хидуло убил Никса! Никс мертв! Ясно. Силезия из аниме и не в курсе событий последнего тома манги. Мы были потрясены! Хочешь почитать? Нет, спасибо. Заглядывать в будущее как-то уж слишком. Делаю вид, что ничего не слышала. Понятно. Да уж. Если подумать, теперь обо мне известно всем. И как все так обернулось? Не обернулось. Так было с самого начала. Причинно-следственная связь отразилась в вышесказанном. Эй! Готово! Силезия спасает ребенка, похищенного отрядом Авалон! Прям дух захватывает! Думаю, лучше ей не мешать. Плавный переход в состояние потока. Потрясающе! Так быстро рисует! Ты так внимательно смотришь. Эскиз готов. Господин Мацубара, на вашем компьютере есть фоторедакторы? Метеора. Спасибо, Сото. Силезия. Ты такой добрый. Спасибо. Черная. Это что? Кофе. Вещество, созданное из высушенных семян тропического растения. Привилегия. В вашем мире нет кофе? У нас есть чай, но такого, думаю, нет. Нужно, чтобы он добавил его. В этом мире я ощущаю запахи. Это основное отличие от нашего. Мне нравится этот запах. Сочетается с запахом заката. Очень приятный. Сото, подойди ближе. Сколько тебе лет? Ну, 16. Не волнуйся, у тебя еще полно времени. Поэтому сделай все потихоньку. Ты ведь рисуешь, да? Но временно все забросил. Думаю, ты много волновался. Я больше не тороплюсь. Так говорил Харан. Я — это я. Подобное не для меня. У меня другие характеристики, другой тип и меньшая скорость. Не нужно спешить лишь потому, что не можешь сделать так же. Достаточно лишь думать о том, что я могу стать лучше, чем сейчас.
Думаю, ты об этом знаешь. Люблю эту сцену. Если сильно постараешься, если уверен, что не обманываешь себя, тебе не нужно волноваться о том, что подумают о тебе другие. Делай все как прежде. Будь один, подобно рогу носорога. Верно. Однажды Харан это говорил. Ты справишься, ведь ты бог этого мира. Это я? Я увлеклась, изменив твое оружие и костюм. Круто. Дополнительная информация добавлена. Если не хватало данных, мы это поймем. Давай, что произошло? Аджара Камакурен! Курайсу! Провал. Почему же не работает? Простите. Похоже, я сделала еще хуже. Это не твоя вина. Все потому, что создатель не вложил свои чувства. Слушай, о некоторых вещах нужно молчать. Что? Просто сделай работу качественно. В моем мире таких. Понятно. Тот факт, что персонаж Силезии столь эмоционален и может спорить с создателем, говорит о том, что Мацубара весьма подробно описал ее мировоззрение. Я поражена. Какой сложный комплимент. И мне радоваться, что кто-то восхищается моей ругнёй? Очень надеюсь, что этот мир был создан с такой же страстью. Подобное для меня очень важно. Сегодняшний провал вызван не недостатком информации или несерьезным подходом. Мы узнали, что есть еще один фактор. Это можно считать прогрессом. Благодарю вас двоих за сотрудничество. Возможно, это впечатление. Его упоминал Миракуджи. Он считает причиной своего появления в этом мире то, что очень впечатлил многих людей. Разве с рассказом не так же? Чтобы понравиться людям, он должен сильно их впечатлить. Ты говоришь о том, что читатели должны представить себя частью рассказа. Если понадоблюсь, буду рада вам помочь. Точно! Кое-что забыла! Титан Digital Soft? Издатель воспоминаний об Авалкине? Недавно они попросили меня кое-что для них сделать. Придумать дизайн второстепенных персонажей. Метеора может встретиться со своим создателем. Скажу им, что приедет моя родственница. Разве не здорово, Метеора? Видишь, случаются и хорошие вещи. Да, случаются и хорошие. Они и правда бывают. Все-таки это новая компания. Давайте вместе сходим туда завтра. А где вы живете? Нам с ней некуда идти. Пока что мы живем у Соты. Но нам неловко постоянно полагаться на него. Тогда переезжайте ко мне. Я живу одна и очень хочу узнать о твоем мире. Мы тоже, Силезия. А можно? Спасибо. Прости за трудности. Думала спать на улице или в закусочной. Благодарю. Так это прощание? Я бы так не сказала. Соглашусь с Силезией. Это судьба. Уверена, для нашей встречи была причина. Все определяется судьбой, тем, что суждено. Если то, что принцесса в военной форме заставила столкнуться наши миры судьба, то и наша с тобой встреча тоже. Поэтому, Сота, просто продолжай ждать, пока не настанет подходящий момент. До тех пор.
Рассчитываем на тебя, Сота. Это судьба. Уверена, для нашей встречи была причина. Судьба. Воистину любопытно. Сетсуна, я встретила его. Да, Мизушина Соту. Странно, правда? Не думала, что судьба вновь сведет нас вместе. Снова вместе? Верно. Очень жаль. Но не забывай. Он часть мира, изгнавшего тебя. Сетсуна, пока этот мир не исчезнет, я буду твоим верным союзником. Серия, да, будет больше создать. Ну да, ну думаю, узнаем, как создаются эти миры. А так-то хорошо. Буду смотреть дальше. А пока что все. Что ж, данный ряд вам понравился. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Александр. Это аниме Возрождающий. Третья серия. Всем спасибо и всем пока-пока!